Так, 13-е, среда. Мы снова на реке. Сегодня погода другая, другая. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно. Со всякими безобидными выходками. Ну что, обрасываем омут. Мелочь плещется, а щука не хочет. Работать. Пока криминала нет, нам там делать нечего. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Что у нас сломалось? Вроде зелененькая была, да? Андрюха, решил под нее все-таки забросить. Всегда бросали под нее, да. Дорогие товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Подними повыше. Блин. Оп. Говёнок здесь есть. Опа, в сетке. Ну вот даже цеплять не надо. Прончит. Что-то я лягушку сегодня не видела. GoPro 105 его. Даже еще меньше. Или окунь. Чем больше сдадим, тем лучше. GoPro 105 его. Да? Леха, ну что ты в другую сторону-то можешь? В другую сторону подводи. А, все, разворачивай, нормально. Заглотило хорошо. Ну. GoPro 105 идет. Глухарь. Слышишь? Так. Вон перелетает. Перелет делает. Тут еще тут. О. Это-то ворон. Шухер. Лети уже.
Первый окунь. Первый окунь сегодняшнего дня и вчерашнего. Да. Ну, Андрюха, смотри, на нем этот, пиявка. А ты говоришь, не туда встали. GoPro стоп идем. Ну да, ловись, запись пошла. Этот, наверное. Может быть. Подожди, Андрюха, ты. Сейчас у нас операция. Провокация. Блин, еще раз. Да что такое-то? Води, Андрюха, води. Понятно. Диана. GoPro стоп идет. Слушайте, нам водку везут. Опять 2 дня зависать будем. Сейчас нам ее выбросят. Да, Андрюха? Вот. Чё, шумели-то? Всё, сейчас развернётся как. Водку нам опять везут. Чё будем делать-то? Когда? Решили половить окуней и немножко пообедать, чем Бог пошлёт. Водка. Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Вот поверьте мне, вскипело. За 3 минуты. Реклама. Мы сами хотели быстрее. И все. Картошка запекалась дольше. Пюрешка. Сначала было хорошо, потом очень хорошо, а потом так хорошо, что до сих пор плохо. Да, господа, жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений. Вы правы, мой друг. Но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения. Честное слово, я не понимаю вас. Это ваше счастье. Вы молоды. А разве вы несчастливы? Друзья мои! Мы счастливы, потому что мы вместе. А это немало. Может быть, это дороже всего, что есть на свете.